Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня будет короткое видео, информационное. Вот, поступило мне предложение от подписчицы, надеюсь, правильно произнесу ее имя, Михайлова Наталья. Вот такие вот джемперочки она мне прислала. Это комбинация вязаного полотна с сшитыми рукавами. Очень интересные, на мой взгляд. Я вам покажу, как бы, вот видите, другой цвет. Интересно, достаточно интересно. Я не знаю, я не видела. Вот у меня просто времени, по сути, нет сидеть и листать, да? Вот такой вот вариант. Но я таких вещей не видела. Вот. Но я бы сделала с удовольствием. Зависит от того, как вы на это отреагируете. Вот это вот мне нравится. Почему-то только сзади девушка фотографируется, она закрывая лицо, ну хотя я ее понимаю, я сама боюсь камеры. Вот, как вы думаете, хотим мы себя порадовать такой кофточкой на Новый год, допустим, да? Я думаю, на Новый год как раз бы было и кстати. Вот как вы думаете, вот напишите мне свое мнение, интересно, неинтересно, нравится, не нравится. Если есть какие-то другие модели, девчонки, присылайте мне, пожалуйста, потому что я действительно многого не вижу, так как не сижу в интернете, как бы не сижу просто листаю, я если сижу, то монтирую, либо оптимизирую, ну, в общем, по делу нахожусь, вот. А вы мне скажите, и что я хочу еще есть еще? Так. Вчера присмотрела пряжу на вот эту вот кофточку и тканюшку. Сейчас я вам все, девчонки, покажу. А, еще, подождите, еще вам покажу еще одна. Так, и вот еще одна, девчонки, очень красивая вот эта, мне понравилась. Девчонки, если кто где видел, побольше фотографий, чтобы я хорошо рассмотрела. Вот, как бы эти модели отличаются. Вот я рассматриваю вот эту и тот, короче, и тот жилетик с набранным рукавом. Все зависит от вашей реакции. Можем сделать и два, если уж совсем будет интересно. Но это, я же еще раз повторюсь, зависит от вас. Так, такой или такой. Так, далее переходим к материалу. Вот такой вот, смотрите, махер. Я остановилась на нем, не махер, а вот этот, который они, норка кашемир пряжа. В общем, из прошлого моего обзора, да, я показывала три вида пряжи, я заказала. Вот это самое классное. Вот, я ее закажу. И закажу, вот она поштучно. Все ссылки я оставлю под видео в описании. Еще ссылка будет на 5 мотков. Получается дешевле, если 5 мотков заказывать. Вот я накидала себе в корзину синюю, еще не знаю какую. Вот гипюр. В общем, на рукава, девчонки, смотрите, что я нашла. Я же говорю, все ссылочки оставлю для вас в описании. Посмотрите, присмотритесь. Вот я хотела вот эту вот синий сделать такой вот. Так, что еще, на что хочу обратить внимание, девчонки, есть продавцы, вот видите, время доставки. Есть продавцы, у которых время доставки 3 месяца. Это однозначно из Китая. Вот. Я смотрю, здесь месяц, это я так предполагаю, из Европы. Как я заказывала, что склады, я так предполагаю, у них по всем, как бы, по всему миру есть склады, и они отсылают. То есть доставка быстрее ее. Ширина 105-110 метров, 1 ярд. Так, 1 ярд, это у нас 90 сантиметров. То есть одного вот этого, одного куска, вот как они позиционируют, хватит на 2 рукава с головой. Вот, поэтому вот этой тканюшки хватит на тот зеленый, как бы, обычный рукав. Так, вот еще я ткань кашемир, не знаю, она здесь поштучно, вот тоже месяц, тоже склад есть, я хочу ее взять, попробовать. Я так понимаю, она не пушистая, не пух норки, но тут очень много заказов и очень много хороших отзывов у этого продавца, тоже вам оставлю, посмотрите. Возможно, я закажу, потому что я не знаю, хочу ли я пушистый или я хочу не пушистый, но вот так. Вот тут пух норки, он классный, девчонки. Я уже образец вязала, скоро выставлю вам. Сердечки вот эти я. Там горошинки, кружочки. А тут время доставки, видите, 30-50 дней. Здесь уже больше. Ну, очень дешево.
Одна штука 50 сантиметров, но так как рукав там 3 четверти, да, то нам этих 50 сантиметров в принципе хватит. На классические рукавы его бы не хватило, а вот на 3 четверти как раз вот за 2 доллара, 2,82 и бесплатная доставка, 3 доллара получится вот эти вот рукава. Притом можно выбрать белую, черную, ну я думаю черная самая классная, вот именно на свитер. Вот очень мне понравилось. Понятное дело, цена другая, ну подороже, но очень-очень мне нравится. Значит, что у нас здесь? У нас здесь вышитые цветы. Смотрите, и на черной основе белые цветы, и на белой основе. В общем, вот это очень красиво. Я думаю, вот такой вот было бы очень красиво с такой как бы тканюшкой. Так, что у нас? 2 месяца доставка. Это очень хорошо, это хороший знак. И доставка тут платится, ну, в общем, 10 долларов получится этот, даже не 10, 11 долларов с копейками получится этот кусок. Но понятное дело, что оно лучше. И сколько у нас здесь продают? Ширина 145 метров, прекрасно. И 1 ярд, 90 сантиметров. То есть вот этого 1 ярда нам хватит. Ну, красиво, да, согласитесь, что это красиво. Вот, смотрите, еще клубнички там разные. Пролистайте, посмотрите, их очень много. Я так уже так быстренько пробежалась. То есть вы можете выбрать, во-первых, пряжу, какую хотите. А там и в горошек, там и в горошек есть. Вы можете пряжу выбрать по цвету. И вот рукав по цвету. Я что от вас хочу? Вот я оставлю ориентировочно ссылки на ткань и на пряжу. Либо кашемир, либо махер. Вот этот пух норки. Очень классный, легенький такой вот. И приятный к телу, что самое главное. А вы мне напишите по поводу вообще надо, не надо. Да? Я еще до завтра оставлю. Подумаю, что я закажу, чего я не закажу. Вот. И подумай, что мы будем делать. Это мы с вами подумаем. Вот, кстати, эту тоже это будет красиво на рукав. Видите, они очень все разные, очень красивые. Это подешевле, бесплатная доставка и склады есть. Тут плюс хороший, большой. Так, а тут в горошек надо искать. Я вам постараюсь найти и в описании предоставить именно со складами. Я надеюсь, что я не ошибаюсь, что это мои правила. А ну напишите, девчонки. Есть еще некоторые продавцы, обращайте внимание, вот здесь вот написано. Страна доставки Китай, большими буквами, тоже на это обращайте внимание. Ну все, девчонки, либо такой, либо... Этот я, кстати, девчонки, вяжу из этого пуха норки, вот этот вот джемперочек. Вот. Решила все-таки этот вязать. Так, вяжем этот или этот. Горошек я вам найду еще. Сердечки я вам там показала, а горошинки еще найду. Либо сами найдете. Вот этот мне, он простенький. Но за счет вот именно за счет игры этих структур, оно получается очень интересно. Я соглашусь со зрительницей, которая... меня на это подбило. Спасибо вам большое. Вот, девчоночки, на сегодня все. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока. Пишите свои мнения, что вы об этом думаете и что мы с этим будем делать. Радовать будем себя на Новый год или не будем радовать. Все, всем пока, девчонки.